Постоплата парковки – это услуга, которая позволяет оплачивать стоянку не сразу, а в конце дня. Если раньше поздней оплатой можно было воспользоваться только на сайте permparking.ru, то теперь такая возможность появилась и в официальном мобильном приложении. Можете оставить машину, и если вы, например, не знаете, сколько времени вам понадобится, можете оплачивать не сразу, можете оплатить после того, как вы уже постояли на платной парковке. Главное это сделать до 23:59 того дня, в который вы оставляли машину на платной парковке. То есть это важно, потому что на следующий день оплата уже постоплатой не будет считаться. Чтобы воспользоваться постоплатой в мобильном приложении, нужно выбрать место, то есть парковочную зону, где стоял ваш автомобиль в течение дня. Далее нажать на кнопку «Оплатить», а во вкладке «Оплата» выбрать строчку «Постоплата за сутки». При этом нужно помнить, что сделать это нужно до полуночи. Машина Parkride ездит, она фиксирует машины все стоящие, но решение о штрафе выносится не в этот же день, а раз в месяц собирается административная комиссия, которая уже сверяет, какая машина, где сколько стояла и когда было оплачено. Приложение парковки Перми бесплатное, его можно скачать как для смартфонов на системе iOS, так и на платформе Android.